Вот. Мне очень приятно, что пришли. Вы пришли. Большое вам спасибо. Прорвались через минус 18 градусов. Особенно приятно, что приходят красивые женщины, блондинки, и просят спеть песни, которые я, собственно говоря, даже думал, что все, этой песни. Вот. Я начал рассказывать про авиацию. Наша замечательная академия, которой 16 января исполнилось 302 года, вы помните. Вот. Она ведь была в свое время первой военно-воздушной академией, значит, рабоче-крестьянской Красной Армии. Вот. И мой отец учился в ней. Она называлась тогда ЛВВКИА, Ленинградская высшая военно-воздушная краснознаменная инженерная академия имени Можайского. Вот. И то, что вы попросили вот эту песню спеть, мне сейчас приходится ездить по нашей стране. И в том числе совсем недавно я ездил в город Пермь. Вот. Там есть замечательный такой часть, одна из немногих оставшихся живых нашей части, нашей стране, точнее, полк ПВО, который воюет на самолетах МиГ-31. Да. Вот. И называется это аэродром Большое Савино, на котором, с одной стороны аэродрома, находится гражданский аэропорт со всеми вытекающими последствиями, там, значит, турникеты, стоянки, туалеты и так далее, там, ларьки и прочее. С другой стороны находится объект стратегического назначения, который прикрывает всю центральную часть Российской Федерации. Это авиационный полк на замечательных самолетах МиГ-31. Я напомню, что эти самолеты уникальные. Значит, 4 самолета чешут полосу 1200 километров от 30 километров вверх до нуля вниз. Благодаря своим замечательным, значит, техническим всяким приборам. Причем чешут в автоматическом режиме. Все это было сделано в 70-е годы, в конце 70-х годов. Вот. Ну и как вас зовут, простите? Виктория, да, Викточка, для вас специально спасибо за то, что вы попросили, потому что песня у меня появилась, когда я ехал, в самолете летел, я что-то им написал, такое пафосное, а потом, сейчас вот Митяев зашел сюда, и получилась песня в стиле Митяева. Я не виноват, правда, не виноват, потому что вы знаете, что люди, они пишут не то, что им хочется, а то, что им природа позволяет. Ну, примерно такого же роста, я такого же роста, как Олег Георгиевич. Значит, ну и фактура тоже, он заканчивал физкультурный институт. А мы с вами бегали, прыгали, занимались спортом всю свою жизнь. Аэродром Большое Савино. Возле него находится большой, красивый русский город Пермь. Я прорвусь сквозь паутину облаков, я посадочную выставлю огни. Снова дышится спокойно и легко, ты тяни по нотам, двигатель тяни. Остывает отработавший прицел, на стоянке ждут меня ТЗС, АПА. Догорай, перехваченная цель. Я нашел, я отработал, я попал. Вышел вовремя и завалить успел. На душе спокойно, ясно и тепло. Светит там внизу красивый город Пермь под моим надежным миговским крылом. А на трассе свет далекий, чьих-то фар припозднился и торопится домой. Ах, какой бесценный, бесконечный дар охранять тебя, любимый город мой. Аэродром Большое Савино, где перелески и поля, где часовым меня поставила родная пермская земля. Простые жесткие жизни правила, тот, кто сильнее, тот и прав. Аэродром Большое Савино, работа с утра до утра. В теплой кухне с молоком стоит стакан, а в углу на скрипке отыграл сверчок. На кроватке чья-то детская рука медвежонка подтянула под бочок. Томагавки все и Б-52 пусть летают за пределами страны. Миг на месте, вот и все мои слова, чтоб в России детям сладко снились сны. Аэродром Большое Савино, где перелески и поля, где часы.
совы меня поставила родная русская земля. Простые, жесткие жизни правила, тот, кто сильнее, тот и прав. Аэродром большое Савино, работа с утра до утра. Я ведь помню, как лет 70 назад, подминая пожелтевшую траву, тоже поднимал свой миг мой дед-солдат, чтобы бомбы не упали на Москву. Поликлиники и детские сады, вся большая беспокойная семья, спят спокойно, не чувствуют беды, потому что есть на свете миг и я, потому что есть на свете миг и я. Аэродром Большое Савино, где перелески и поля, где часовые меня поставила родная пермская земля. Простые, жесткие жизни правила, тот, кто сильнее, тот и прав. Аэродром Большое Савино, работа с утра до утра, работа с утра до утра. Аэродром Большое Савино.